Всем привет! Распродажа мопедиков сегодня у нас. Вот это все в продаже по самым низким ценам за все время. Смотрите, Карпатик, не знаю, на ходу или нет, с ножным переключением. Не нашел я в нем искру. Вот еще с дельтовским мотором такой советский мопед. Ну, дельтовский мотор. Можно отдельно мотор, можно в сборе могу продать. Смотрите, кому как удобно. Вот такой вот, не знаю, как Рига, наверное. Ну, колеса от велосипеда. Заводилась, я ее заводил, оно даже ездит. То есть, вот этот вот рабочий. Вот этот я тоже один раз заводил. ZIF-77. Ну, в комплекте, можно сказать. Вот, дефицитное крепление фары есть. Фара очистить, отмыть от краски, будет нормальная. Сидушка заводская. Это в комплекте. Можно вот так вот. Этот с этим вместе в комплекте, ну, для реставрации. Есть еще велосипед. Абсолютно новая резина. Это проект мой. Это я делал проект. Специально новые колеса покупал, звездочки. Подшипники, можно отдельно мотор от бензопилы. В этом моторе новый поршень, новый цилиндр, тоже покупал, все как бы для проекта. Даже сидушка абсолютно новая. Короче, могу продать вот такой вот типа мопед. Он заводится, ездит, ну или можно или кататься, или переделать обратно в велосипед и отдельно двигатель. Короче, вот такая вот коллекция в распродаже. Есть еще некоторые рамы, баки. В общем, сейчас я покажу вам, что еще есть в продаже. Самое вкусное по самой лучшей цене на сегодняшний день. Завтра цена уже будет другая. Просто мне завтра нужно поехать. Хочу себе кое-что купить. Если я накоплю нужную сумму, то я поеду и все вам даже в видео покажу. Видео сниму об этой покупке. Ну, короче, смотрите, что еще есть в продаже. Еще есть немножко бензобаков. Ну, коллекция небольшая. Вот такие вот. Это ZIF-77. Вот. Есть такие. Короче, кому какие нужны. В принципе, недорого. Вон, бачки. Вот это ижаковский, дельтовский. Это уже из современных, Минчаковский. В отличном состоянии. Это Верховина 3. О, отличный бак. А здесь написано Тиса, но бак одинаковый. Короче, Тиса, Верховина 3. Капельки вот такие вот. Это Рига 13. Немножко, ну и еще немножко я сейчас покажу. Еще есть вот такие вот баки. Вот такой карпатовский, немножко примятый. Это риговский, наверное, с Минска кроссового 125. Так, ижаковский, похоже, не знаю, с чего это. Вот такой еще, не знаю. Тоже не знаю. Ну, вот это не знаю, так кто знает, пишите в комментариях. Так, вот такой еще бачок. Это, наверное, со старого Минска. Вот, капельный такой. Вот этот классный, вообще такой огромный бак. Так, сейчас еще покажу, что в продаже. Смотрите, значит, есть... Ладно, досмотрим уже бачки. Так, вот такой еще бачок. Так, вот и Жуковский. Это я не знаю с чего, с Панонии, наверное, да. И вот еще и Жуковский бачок. Короче, кому нужны бачки, можете скрины делать, экрана там или на компьютере сфоткать. Мне прислать. Домкратики есть. Вот этот двухштоковый рабочий, я его перебирал. Короче, все сегодня недорого. Для вот этого маленького я кейс нашел. Там все есть в комплекте. Кейсик, трубочки. Короче, сейчас
Я мерцание прожектора выключу. Так, потемнее, но не мигает хотя бы. Вот такой вот трубный зажим. Большая скидка сегодня. Так, смотрите, кому что нужно. Домкратики. Можно масло позаливать, попроверять их даже. Ну, вот эти два точно рабочие. Вот этот новый, я новым его покупал. А вот этот я ремонтировал. Сам перебирал там ремкомплект весь новый. И вот этот тоже рабочий. Так, гидроцилиндры. Вот, могу шток померить. Длину, толщину. Ну. Вот такие сегодня у нас большие скидки. Так, это компрессор, он абсолютно новый. Спрашивали у меня, что почем, да что к чему. Я его открыл крышечку. Вот здесь вот крышка. Я ее открыл, а там все по заводу. Новый абсолютно. Он, ну, у него и пробочки, вот видите. Пробочки пластиковые стоят. Он заводской комплектации. Единственное, здесь нужно... сальник заменить, он там потрескался от хранения. Долго хранился. Старые запасы. Вот его модель. Модель 500-350-90-16. Короче, не помню, какой-то МАЗ-500, что-то из той оперы. Вот крышка вот эта вот, она по креплениям подходит. Это, похоже, зиловская крышка, если я не ошибаюсь. Ну вот, отверстия совпадают вот. Короче, вот так. Кому нужен компрессорщик. Машинка до сих пор ждет своего покупателя. Цену уже скинул, дальше некуда. Я аккумулятор на нее новый делал. У меня аккумулятор гривен 700 вышел. Продаю за 700, машинка в подарок. Короче, аккумулятор новый, машинка в подарок. Ресивер на 20 литров. Вот такой кому нужен. Пару сейфиков. Ну, вот, небольших. Заменить замки нужно. Так, редукторчик. Пистолетики заправочные. Вот эти крючки для тельфера. Для самодельного. Не знаю, что их никто не берет. Тесочки есть. Фаркопчик для Авео. Капотик от Победы. Волга, Победа, капот. Кому нужен капот на Победу? Недорого. Стойки Peugeot G5. Fiat первого поколения. Стойки, они в комплекте были целые. Вот. Ихняя модель Каяба. Каяба и номер. Тормозные суппорта передние от него же. И поворотные кулаки от него же нужно выложить отдельно. Войлекс, кстати. Это от Chevrolet Aveo я себе ставил отлачети, а это тормозные суппорта у меня остались от Chevrolet Aveo, кузове Т250, кому нужны, целые рабочие, ставите и катаетесь. Дизельный движок от Фотона 3,3 литра, по предварительной информации нужно заменить прокладку ГБЦ, можно всунуть в газель, к примеру, вместе с коробкой передач он. Я его крутил, что-то он там пыхкал, не помню, не завел его, потому что стартер нужно перебирать, он там дымится. Короче, кому нужен движочек, недорого отдам. Огнетушитель самозарабатывающий, целый. Вот, пластинка, вешаете куда-то в электрощитовую, или я не знаю, куда там их вешают. И если будет пожар, он сам сработает и потушит. Движок УД-25. Это рабочий движок, я его заводил. В видео есть запуск его. Он, это с катка, с асфальтоукладочного. Рабочий движок. Хорошо заводился, хорошо работал. Есть еще два таких на запчасти. Кому нужны коленвалы, поршня, цилиндры. Ну, короче, полностью могу разобрать. На запчасти такие два движка есть в комплекте. Так, подставочка для прогрева поддона. Разные гантельки, светильничек в стиле лофт. Ха, кстати, сегодня смотрел этот ТикТок. ТикТок показывает ремонт в стиле лофт. Я даже не знал, у меня ремонт, оказывается, уже готовый. Смотрите, вот это у меня ремонт в стиле лофт. Ха-ха-ха. И ждунчик. Так, это весы я отрестарейшенил. Ну так, для себя чисто, для проекта. Я их очистил. Царские весы, кстати. Ну, тоже могу продать после проекта. Здесь все крутится, вертится. Отбалансированы, покрашены.
Короче, монтажный пистолетик. Сегодня дешевле не будет. Вот. Только сегодня самая дешевая цена. Монтажный пистолет. Бензопила тоже теперь в продаже. Срочно нужны деньги. Я заводил эту бензопилу, показывал. Или на запчасти, или под ресторейшн. Бензопила, партнер Electrolux, она же Husqvarna. Короче, все в продаже. Кусок алюминия. Головка блока отзяла. На самом деле, можно сказать, это просто большой кусок алюминия. Или сдам обратно в металлолом, или кому-то пойдет на какие-то заготовки. Можно переплавить на круглячок, к примеру. Люди в курсе. Смотрите, редуктор Ч100 1:40. Отличный редуктор. Очень дешево. Продаю. Трамплер жигуляторский, похоже, как писали в комментариях. Недорогая булгарочка. 500 гривен. Энгель. Крутится, вертится, пилит. Отлично работает. Рабочая булгарка. Электронное зажигание для бензопилы. Новое. Для бензопилы Урал. Кому нужно, продаю. Так. Еще. Это какие-то... это подшипник, не знаю. Чего он у меня здесь завалялся. Короче, вот такой редуктор. Двухчервячный редуктор. Редукторы. Так. Так, вот еще рама от Зифа 77-го. Тоже на запчасти. Могу в комплекте к тем двум. Так, кот у меня завелся. Кот. Жрать просит. Короче, раму к Зифакам могу еще добавить. Можно... сразу два Зифа и эту раму еще в комплекте. С нее подножку нужно снять и туда переставить. Там на тех нету подножки. Огромная вытяжка. Диаметр диффузора 40 сантиметров. Квадрат там 40 на 40 сантиметров. Этот круг диаметр 40 сантиметров. Огромная для какой-то пескоструйной камеры. Или для покрасочной мастерской. Отличная огромная вытяжка. Вал двигателя там на 50 миллиметров. Ну, можно через промежуточный вал сделать. Не знаю, какая мощность. Наверное, киловатт 10 движок к ней пойдет. Короче, кому нужна такая вытяжка, есть, еще не продана. Буржуйка. Буржуйка из видео, из проектов. Этой зимой очень актуально. Кстати, Моторсич начал делать буржуечки по 8000 гривен. В два раза меньше этой, чугунные 8000. А это вот, пожалуйста, будет намного дешевле. И металл здесь толстенный. Здесь, по-моему, шестерка металл из колесных дисков от газона. Есть еще вот такая вот из колесиков буржуечка. Тоже из проекта. Мангальчик все еще в продаже. Ключики россыпью. Могу накомплектовать кучками. Ну, короче, кому нужны советские ключи, недорого продам. Можно даже по весу. Есть еще пара утюжков. Вот, три утюжка старинных остались. Дрельки, винты еще небольшие. Вот такие съемнички, винты. Короче, вот это вот еще есть. Кому нужно, могу продать. Очень много глушителей. Вот Рики 13. Вот. Не знаю, штук 10 или 15, наверное, таких есть глушаков. Может, кому нужны. Я просто эту кучу еще не добрался, еще буду разбирать. Также вот рама есть от мопеда. И еще, по-моему, там Рига 13 рама есть еще. Короче, доберусь, это будет в следующих сериях. Так, рентгенчик, маммограф. Так, это я коту корм такой покупаю. Маммограф, может, кто хочет поиграться. Там лампа дорогая. Я, наверное, разберу его как-то в следующих сериях. Посмотрим, какая там лампа, интересно. Кому нужен маммограф. Это я моечку продал. Продал моечку, забыл инструкцию отправить. Короче, мойка продана. Все, нету ее. Ушла по дешевочке. Кому нужен вот такой аппаратик. Поиграться, может, рентген животным кто хочет делать. Там нужно с проводкой разобраться. Не знаю, куда какие провода идут. Ну, в общем, вещь хорошая. Кто-нибудь найдет ему применение. Так, вот еще есть немножко электродвигателей в продаже.
Это значит с компрессором S8B, с моего того, что я продал, 4 киловатта, 3000 оборотов в минуту. Этот 4 киловатта, 1500 оборотов в минуту. Этот, я не знаю. А, нет, вот. Вот этот 4 киловатта, 1500 оборотов. Этот 4 киловатта, 3000 оборотов. А этот... Этот 2 киловатта, похоже. Вроде бы как 2,2, но точно характеристики неизвестны. Нужно уточнять, включать, крутить, вертеть. Так. Ну, для очень больших желающих могу еще тисочки вот такие большие продать. Вот. Поворотные. Короче, огромные. Я, конечно, себе их оставлял, но могу и продать. О, они очень большие. Наверное, сантиметров 15 губки. Также в продаже интертуловский гайковерт. Вот, гайковерт угловой, в чемодане, с аксессуарами. Я его как-то показывал, как он работает. Отличная вещь, крутит хорошо, в чемодане. Сейчас я его достану, покажу. Так, гайковерт абсолютно новый, ни разу не пользованный. Вот такой вот. Вот, интертул. Ну, один раз я его достал, проверил, как он жужжит. И обратно в чемодан сложил. Это у меня сотрудничество с интертулом было. Короче, вот такие вот товары на сегодняшний день. Кого что интересует, обращайтесь в Telegram. Ссылку на свой Telegram я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Некоторые товары есть в Инстаграме. Ссылочку на Инстаграме тоже оставлю. Можете туда перейти, посмотреть. Ну и сейчас попробую все пофоткать, еще в Инстаграм подобавлять. Цены принципиально не говорю, потому что они могут меняться. Могут и больше стать, потому что я узнаю, что мопед какой-то коллекционно редкий, непонятный. Или могут уменьшиться цены, если я, допустим, очень сильно захочу продать. А вот сегодня вот я очень хочу все продать. В общем, на этом все. Видео прям заливаю прямо сейчас. И сегодня у нас будут большие скидки. А на этом все. Всем пока и до новых видео.